За высокий профессионализм и доблестный труд. Заслуженные награды от областного правительства, Законодательного собрания автономии, регионального отделения партии «Единой России» и сенаторов Совета Федерации от ЕАО получили отличившиеся работники Почты России. Пройти награждение должно было еще в их профессиональный праздник – 2 воскресенье июля. Однако из-за ограничений на проведение массовых мероприятий тогда торжество пришлось отменить. При этом сотрудники Почты отмечают, что на работе самой компании эпидемия коронавируса почти не отразилось. И даже больше, постоянно растет качество и количество оказываемых услуг. У нас оказывается больше услуг новых, интересных. Есть приложение Почта России, да, которое у нас было такое, она еще, как сказать, была ребенком, сейчас она развилась до такой степени, что можем там и подписку оформить, и ЕМС-ку отправить, и посылки, и письма, и все что угодно, и отследить, мы все можем в почте вот в этом приложении. Услугами компании все чаще пользуются онлайн. При этом на территории области продолжают непрерывно работать порядка 70 почтовых пунктов, объединяя более 400 сотрудников. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.